Про те, що переховується під поняттям краси впродовж багатьох тисячоліть, ведуться нескінчені суперечки, на мій погляд, цілком марні. Адже краса – це свого роду геніальність, навіть більше, бо пояснення не потребує. Жіноча краса – предмет дій, а не розмірковувань. З вами телепроєкт «Красотка» та я, його ведуча, Анна Середа. Героїня нашої сьогоднішньої програми – людина з активною життєвою позицією, яка не уявляє своє життя без експериментів. Ви заінтриговані? Я теж. Тож ходімо знайомитись. Доброго ранку, Ірина. Добре, сідайте. Як ваш настрій сьогодні? Дуже класно, замечательно. Ірино, розкажіть, будь ласка, про себе трішки. Ну, я різносторонній чоловік, роботу архітектором. Дуже люблю активні види спорту. Люблю лижи, коньки. Ми з ребенком дуже багато проводимо часу на прогулках. Ходимо к морю. Люблю фотографувати, люблю рисувати. Люблю все ярко, нестандартное, необычное. В общем-то, музыку очень люблю. Но музыку люблю тоже нестандартную. Работа у меня очень творческая. Это возможность помочь человеку обрести то, что он хочет, помочь ему понять, создать душу, гармонию в его квартире. То есть атмосферу уюта. То, что поможет человеку принимать гостей, то, что поможет человеку отдыхать. То есть вы занимаетесь дизайном, так? Дизайн, да. Дизайн интерьеров, экстерьеров, внутренние, наружные, ландшафт. То есть, в общем-то, большой спектр работы. А человека у вас родина? Нет, на самом деле не очень большая. То есть у меня есть ребенок, дочка, которую я люблю, и есть мама. Скажите, чему вы решили принять участь в нашем проекте и чего вы от него ожидаете? Ну, мы как-то сидели с ребенком дома, смотрели очередную вашу программу «Красотку». Мне она очень нравится. Вот, и я наблюдала за тем, как переоблачаются женщины. И мне ребенок говорит: мама, почему бы не попробовать тебе? Увидеть себя со стороны по телевизору, чтобы тебе показали, ты станешь у меня такой вот красивой, тебя все будут узнавать на улице. Я ей ответила, как бы, ну, а чего нет? Мы тут же сели в интернет, нашли вашу анкету, заполнили, отправили. И, в принципе, забыли про это. И потом, спустя какое-то время, месяцев 6-7, наверное, мне позвонила ваша директор о том, что я прошла кастинг, о том, что меня приглашают на съемки. Я была очень приятно удивлена, мне безумно понравилось. Ну, я люблю эйфорию, я люблю вот что-то неожиданное, да, что происходит, что с тебя сделают, какой ты себя увидишь со стороны. Почему хочу участвовать? Наверное, еще потому, что хочу увидеть себя глазами окружающих. То есть я как бы вижу себя одной, а то, что из меня сделают, ну, как бы хочется, чтобы еще было краше, лучше, симпатичнее, чтобы люди были все в восторге и радовать людей. Ірино, для того, щоб ваше очікування справдилося, треба бути пожертвувати чимось. Ви готові до цього? Так, да, я готова пожертвувати. Єдине, що я просила істичний аналіз, не краще мені взяли. Но любые другие эксперименты, пожалуйста, наоборот, я люблю. В любом случае, волосы отрастут, цвет нужно будет перекрасить, одежду снять, и одеться всегда можно дома, еще кто-то живет. Самое главное, чтобы мой любимый меня увидел и охуел. Бажаєте здивувати таке, да? Так, я дуже хочу його удивити, дуже, щоб його серце забилося любов'ю, щоб він сказав: боже, мій мене така красивка, щоб він мене влюбився. Хочу бути симпатичкою.
Ось вам, Кеті, ви теж казали, що бажаєте поглянути на себе очима інших людей. У даному разі очима наших експертів. А якщо їхнє бачення буде в корені відрізнятися від вашого, ви готові так ризикнути? Ну так, да, звісно, чи важливо. Хто не ризикувати, не бажано ризикувати. Ви ризикова людина. Це не опасно, не травматично для життя. Це найголовніше. Що ж, Ірина, я переконалася у тому, що ви готові до пори втілення. Ірино, я вас вітаю. З цієї миті ви офіційно являєтеся учасницею нашого проєкту. Ви раді? Безумно. Я вам дарую подарунок від телепроекту «Красотка». Це сертифікат на суму 20 тисяч гривень. Ні в чому собі не відмовляйте. З ума сойти. Я навіть не чекав. Дуже приємно. Що я вам сказати? А випробування для вас розпочинається просто так. Перше, що на вас очікує, це експертна рада. Може, звучить це доволі лякаюче, але усі спеціалісти нашого проєкту зацікавлені у вашому позитивному настрої. Тож, уперед, на зустріч про втілення. Па-па. Итак, мы находимся в экспертном совете телепроекта «Красотка». Сегодня нашу героиню будут оценивать наши специалисты. Я хочу их представить. Так, у нас сегодня в экспертном совете Елена Штагвина, имиджмейкер, основатель школы персонального имиджа. Лариса Матюхина, стилист прически и арт-директор салона красоты 3Z. И мы сегодня приглашаем нашу героиню для первой встречи. Заходите. Здравствуйте. Добрый день. Пойдите, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста, остановитесь. Итак, вас зовут Ирина Колесник. Да. Скажите, пожалуйста, Ирина, а вы первый раз участвуете в проекте «Красотка»? Да. И в подобного рода проектах участвовали раньше? Нет, еще. Скажите, пожалуйста, а какой был основной мотив, почему вы хотите участвовать в этом проекте? Хочу посмотреть на себя со стороны людей, как меня видит общество, люди, каким я кажусь человеком. Ну, знакомьтесь, Елена Штагвина, имиджмейкер, и Лариса Матюхина, стилист прически. Очень приятно. Итак, мы сегодня разговариваем с Ириной Колесник на предмет того, что девушка хочет. Ну, расскажите, ну, представьте себе, что мы можем все. Да? Расскажите, как вы хотите себя видеть. Ну, честно говоря, понятия не имею, поэтому я, в общем-то, к вам пришла за этим, чтобы увидеть себя в каком-то другом образе. А, в общем-то, как бы люблю очень такие яркие, насыщенные оттенки, люблю креативно что-то. Ну, конечно, не лысый, то есть лысый однозначно нет. Вот, любимый цвет оранжевый, белый, как бы синий такой кабальтовый. Вот, ну и хочется увидеть себя в неком другом образе. Вот, такой, какой меня видят со стороны, такой, какой я кажусь вот другим людям, хотелось бы, конечно, себя увидеть. Какой вы кажете? Да, какая? Да. Вот в этом я и не знаю. То есть, ну, я как бы себя какая? Чувствую... Спокойная? Нет, не спокойная, холеричная, вспыльчивая, энергичная, эмоциональная, такая вот яркая, контрастная. То есть... Чем занимаетесь? Я архитектор. Яркий зубной архитектор, это интересно. Хорошо. Архитектор, можно спросить, вы строите дома или... Ну, я в основном занимаюсь интерьерами, проекты, то есть дома, ландшафт, офисы, ну, как бы в таком. Какие ваши увлечения, кроме архитектуры? Ну, много. Фотография, спорт, самолеты, рисунок, прогулка с ребенком. Ну, все, что подвижно, все, что активное. У вас доченька тоже такая яркая? Да, даже еще ярче. А муж? Ну, муж более такой спокойный, он контраст у нас. Он вас сдерживает или поощряет вашу яркость? Ну, он говорит, что оранжевый уже надоел. Скажите, вот первое впечатление, которое у меня сложилось о вас, я буду говорить правду. Да, конечно. Что вы пытаетесь за этим цветом что-то спрятать. То есть вы как бы цветом показываете, что вы активная, у вас активный образ жизни, это видно, но хотите скрыться за этим цветом, что-то укрыть от людей. Ну, укрыть как бы от людей есть, конечно, у каждого человека, да, то есть он пытается немного себя недопоказывать, то есть оставляет что-то свое внутри для того, чтобы, ну, скажем так, не ранили ни душу, ни сердце лишний раз. А когда уже, допустим, более дистанция преодолена между людьми, то тогда уже лет более открытая. Ну, а по натуре вы больше власть? Нет, я открытый. Нет, я открытый человек, без каких-либо... Без власти, без агрессии. Без этого, да. И для вас важно дружить? Очень, это прежде всего. Потому что очень доступный цвет.
Да, то есть он говорит о том, что человек к себе может подпустить близко, но так как я поняла, окружающие считают это как агрессию. То есть это либо не соответствует вам цвет, либо он спорит с вашим характером, либо с внутренним состоянием. Для меня оранжевый цвет — это теплый цвет, это жизнерадостный, да. Это апельсин, да. Как мне мои друзья говорят. Ты живешь в апельсине, да. В позитиве, наоборот, как бы серые и мрачные оттенки, они уходят на второй план, и весь негатив он уходит. То есть агрессии я вообще в оранжевом цвете не вижу. Да. Напротив. Да, ну, я имею в виду, если поведение, если вы говорите, как вас окружающие видят, да, в самом начале? Ну, оранжевый цвет, он поднимает просто безумное настроение. Вам, да. Да, то есть я как бы оранжевый цвет вижу как солнечное, ну, как солнышко, да, лучик солнца среди туч, среди пасмурной погоды. Ну, хочу сказать, что для Одессы это хороший цвет, потому что обычно приходят на преображение, да, ко мне в школу много клиентов, которые ходят в мрачных цветах. В сером, коричневом. В сером, коричневом, я этот образ называю унылыш, да. Но когда женщина достигает определенного возраста, одевая на себя яркие вещи... Ну, опять же, это вещи какие? Если они какие-то кричащие или они не соответствуют друг с другом, тогда, может быть, да. Цвет у вас шикарное сочетание, я отметила. Но вот по теме, да, что я хочу себе сказать. То есть вы сегодня нам говорите, этот цвет одет на вас, говорит, я очень свободолюбивая, открытая, доступная, я хочу с вами дружить. Да. Ну, хочу что-то поменять. Да. Ну, что? Я боюсь, что вы меня раните. Да, естественно, да. Ну, тут, да, есть это. Да. Оранжевый, его основная проблема, яркое проявление жизнерадостности, он хорош в вещах, на которые мы смотрим, он стимулирует нас к жизни, к радости. Но когда мы одеваем на себя, то мы становимся достаточно доступными. Здесь уже идет речь о цене. Да, то есть я достаточно открыта и доступна. Пожалуйста, подходите ко мне, берите. Не, ну как бы немножко не соглашусь, да, если позволите. Я говорю как эксперт, если вам Мне просто лично, вам нравится быть наедине с самой собой? Не всегда. Вы больше социальный человек? Да. Да. Социальный, и не разу... Нет, иногда мне хочется, да, есть у каждого человека. Как часто вот вам этого хочется, уединение? Ну, раз в месяц, допустим, этого более чем достаточно для меня лично. То есть для меня, когда обращение среди людей, то есть, ну, движение – это жизнь. Да, движение – это жизнь, но я бы сказала, вот моя оценка, да, вы в этом возрасте не можете себе сложить цену. Понимаете? То есть у вас есть открытость, у вас есть яркость, но нет, что мне не хватает, да? Потому что когда мы доходим до определенного, то есть может вам и не надо этого, может вам действительно в этом образе, есть люди, которым не надо менять имидж, да? Вот я хочу в этом разобраться. Но есть люди, которые доросли до какого-то момента и говорят, я пришел для того, чтобы повысить свой статус, выглядеть роскошнее, дороже. Я бы здесь спросила мужа, например, чтобы он хотел вас увидеть, потому что он вас такой уже знал, он вас видит, он вас любит, но он хочет перемен. Ну, скорее да, чем нет. Вот, мне хочется докопаться до истины, потому что я должна знать, что вам предлагать. Потому что в этом сочетании цветов, если я сейчас уйду в другую гамму, вы сможете сказать, нет, я этого не хочу, мне некомфортно, это не я. Главное, я не хочу быть взрослее, да, там какой-то вот, ну, там... То есть там хочется выглядеть моложе, но не то, что не сильно моложе, да, там не какой-нибудь девочкой совсем с хвостиками, как я всегда, в общем-то, тоже хожу. Ну да, вы сейчас выглядите как девочка, я вам об этом хочу сказать. Хвостики уже очень даже можем. Очень даже подходит. Главное, чтобы не на хвостик. Прощайте, Ира. Вот сейчас у вас стиль, я бы его характеризовала, вот образ, как Пеппи длинный чулок. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да, потому что мы всегда видим людей одинаково. Мы с дочкой такие. Да, с дочкой это супер, это хорошо. Опять же, на кого мы рассчитываем? Если на дочку, мы можем сейчас вас развернуть, отправить домой. Понятно. Я не хочу быть, скажем так, взрослой, такой вот закоренелой женщиной. Я не хочу так выглядеть. Я хочу быть юной, но и в то же время я не хочу, чтобы это было как-то слишком насыщенно, вычурно. Я хочу, чтобы это было как бы, ну, вот скромно, да, изящно, но оно вот стильно было. Красиво. И энергично. И энергично в то оранжевая же время. Оранжевая энергия, прежде всего. Ирочка, вы уже готовы поменяться? Да, да, я готова. Я готова, только я говорю, не лысая. А муж вам? Муж сказал, не лысая. Вы подготовили, да? Да. Русый. Природный цвет. Природный. Русый цвет, да. Ну, такой светло-русый. Можно еще такой вопрос? Вы спрашивали мужа, какой он вас хочет увидеть? Ему нравится черный цвет волос.
Вот, он хочет отвидеть черная... роковую женщину, я поняла. Может, ему надо... такая редкость. Обычно перекрасим блондин. Я долго ходила в черном цвете, то есть я на самом деле очень часто меняла цвет волос, как бы пришла к тому, что ну вот рыжая это мое, то есть характер и цвет и все это. Черный цвет меня просто сильно взрослит, очень сильно. Белый он требовательный, то есть к белому надо иметь безукоризненное лицо, я считаю, кожу. Да, белый уже стар, черный взрослит, например. Вот. Черный агрессивный, да. Остальные там вот росы, они более такие невидимые цвета. Ну, они обычные, да, серые. Я вас вижу. Я уже... Класс. А вам не кажется, что вы сейчас находитесь в поиске себя самой? То есть... Ну, вы знаете, 2 года назад я бы так сказала. Сейчас я чувствую, что я уже вот на той правильной дороге, где я себя нашла, я вижу вот какую-то определенную уже там фигуру, да, куда я вот стремлюсь и иду. Угу. В принципе, уже... Я на пути к тому, что я себя... То есть стабильности, спокойствия мы вас можем добавить, правильно я понимаю? Ну да. Угу. Не утратив вашу харизму, да. Ну немного. А экстремальные виды спорта вам нравятся? Да, конечно. Какие именно? Ну, лыжи, например, коньки. Ну, опять же, вот самолеты я очень люблю за штурвалом. Угу. Хорошо, Лечка, спасибо большое. Вы можете ждать нашего вердикта, а мы здесь посовещаемся. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно было. До свидания. Ну что? Что скажете? Я могу сказать то, что касается моего видения по поводу внешности девочки. Рыжая ей идет, но ну, обычно. Хочется сделать ее такой, чтобы она выделялась. Я ее вижу в красивом коричневом цвете. Угу. Не черный, не белый, не рыжий. Красивый коричневый шоколадный цвет. Шоколадный даже такой. Дорогой. Шоколад. Дорогой шоколад. Холодный, да? Еще... Зеленые глаза. У нее серо-зеленые глаза, если не ошибаюсь. Да? Ну, как зоркий глаз уже. Я еще тут не... написано. Здесь написано, да. А я думаю, как же вы так... Я не вижу. Я думаю, боже, даже... Еще вот такой стиль, вот классический, вот какое-то такое, я ее вижу в костюме. Да, такой подтянутый. Очень, да, очень вид, вот рыжий всегда, и вот плюс комплект одежды, если это не природный колорит, то придает дешевизны. То есть она вот очень симпатичная, статная такая, то есть ей можно удорожать, но выглядит очень дешево. Она длинная, она напористая, она вот энергичная, да. Лидерская. И вот эта вот эпатажная все-таки там серьезная есть. Есть, но тогда это будет совершенно другой стиль. Тут нужно решить. Сделать дорогой женщиной. Да, классический. А дорогой эпатажная сочетается? Нет. Нет, не надо. Она сама ну, себя смотря... тогда... Что значит эпатажная? Эпатажная это всегда вызывает. Смелая. Она и так как смелая выглядит, только... В проявлении цвета. Это очень смело. У нас так почти сочетание самое смелое. Самые акцентные цвета. Зеленый, оранжевый. Да, но, понимаете, она сама подавляющая. И она подавляет, скорее всего, в семье всех. И уже все от этого устали. И муж, который достигает ей там, 33 года, да, достигает, он хочет видеть в жене хозяйку и хранительницу очага. Он видит Пеппи длинный чулок. Ему хочется верить, что она... как повзрослела, удорожала себя. Мне кажется, им, он этим будет... Но он этого ждет. Ждет, да. Не зря же он говорит черный цвет, да. Не... Так бы, если бы хотел девочку, сказал бы блондинка. Мужчины же мыслят просто образами. Можно попробовать два, вот как вы сказали, эпатажный, авангардный, но тогда совершенно другая должна быть стрижка. Либо классический роскошный. Тут можно... Я бы по характеру ее к авангарду все-таки направила. Она с нее так прет есть авангард. Два варианта, да. Есть такой вот стиль фэшн. Рваная драна. Драна, да, в такой одежде. Дисконнект, не совмещение прядей. Вот. Либо вот ну, классика это... такая. Вот ей подошла бы тоже. Да, смотрите. Ну, а тут уже да. Как... Здесь идем от того, что если это для изменения, то нужно... и менять кардинально. Если для жизни, то ей легче будет для жить. Для изменения для нас? Для нас, да. Для нас, а она не сможет с этим жить. То есть мы ее видим вот так, но она, ее настолько характер вот ждет. А пусть потом вот идет, она себя ищет. И мы, этот человек, он будет все состояния проходить. Поэтому мы ей можем предложить 2 варианта. Выбрать. Поэтапно. А потом можем поменять, она уже может прийти, потом взять себе авангардный стиль, понимаете? Вот так как она девушка у нас увлекающаяся, разнообразная, я думаю, эта игра разных стилей будет интересна. Да, хорошо. А мы потом можем померить разную одежду. И определиться. И определиться, в чем она будет.
Мне все понравилось. Мнение осталось очень позитивное. Очень интересно, что получится, что придумают наши эксперты относительно меня. Хочется видеть яркий, нестандартный, еще краше, еще лучше. Ну, будем надеяться, что все получится у них. Після експертної наради Ірина вирушає до ексклюзивного салону індивідуальної косметики «Айсі Лав» «Індовідео Косметик», де професійні фахівці підберуть для неї особистий комплекс по догляду за шкірою обличчя. Расскажу немного о нашей компании. Айси Лаб – это сеть салонов по индивидуальному изготовлению косметики. Это единственная компания, которая изготавливает косметические средства по индивидуальной рецептуре на основании видеосканирования вашей кожи. Рецептура составляется, исходя из особенностей вашей кожи, с дальнейшим подбором косметических ингредиентов, максимально точно соответствующих вам в настоящий момент времени. Новая технология была разработана на Кипре, она запатентована и на сегодняшний день не имеет аналога в Европе. Поэтому с момента сбора данных мною до получения вами крема проходит 2 недели. Что мы называем индивидуальными кремами? Это крем под глазки. Можете прочувствовать текстуру. На запах довольно-таки легкий текстурный кремчик, неплохой. И крем для лица. Оба крема находятся в вакуумной упаковке. Поршневая система дозаторов полностью исключает контакт крема с окружающей средой, что, собственно, сохраняет его свежесть. На флакончике присутствует специальная меточка, которая подскажет, когда нужно делать следующий заказ. То есть вы дошли до метки, вы знаете, что у вас крем остается еще на 2 недели. Тогда вы приходите обратно к нам, мы диагностируем вашу кожу заново, учитываем все сезонные изменения, нагрузки, которые произошли за данный период времени с вашей кожей. Уже, естественно, следующий крем будет разработан совершенно по другой рецептуре. Также у нас есть базовая продукция, которую мы предлагаем к применению в соответствии с показаниями диагностики. То есть по вашему типу кожи мы вам подбираем самостоятельный домашний уход. В базовый уход входит либо пенка, либо гель для умывания, скраб, маска, тоник и бустер, некая сыворотка. Диагностируем кожу по 8 показателям, по которым создаем ваш кремчик. Вы готовы? Да. Тогда приступим. Після ретельної діагностики для нашої героїні був підібраний індивідуальний крем для шкіри, обличчя і повік. Айсі Лаб Індивідуал Косметик подарував Ірині сертифікат для придбання цього крему. Справжня краса – це здоров'я та молодість. Тож наша героїня завітала до Арк Спа Паласу, де професійний косметолог зробить їй процедуру лазерного омолодження шкіри на апараті Кутера. Хочу у вас пройти лазерное омоложение. Говорят, что у вас в Одессе есть самый крутой, новый, единственный в Одессе аппарат. Очень много наслышано. Вот. Хотела бы поподробнее узнать, какие у него еще дополнительные функции, что он еще может, кроме того, как омолодить просто, да, вот в моем возрасте. Что еще вы порекомендовали? Наш аппарат называется Кутера. Он достаточно мощный препарат, это препарат последнего поколения, очень интересный по своим возможностям. Это неодимово-гранатовый аппарат. Чем у него есть не особенность, у него помимо лазерного омоложения еще можно сделать дополнительные процедуры. Это сосуды на ногах, сосуды на лице, сосудистая сетка
и эпиляция. То есть он полностью убирает все, да, и как бы тело становится беленькое, гладенькое, без сосудов, без белья? Абсолютно. Маленькие, мелкие сосудики, более крупные синенькие сосуды, конечно, невенозные сосуды. А возрастная категория показана, вот, ну, всем можно это делать, там, молодым и пожилым? Если есть такие сосудики, то, конечно, почему бы их не убрать? Они мешают любому возрасту. И еще особенность этого аппарата, что эпиляция на неодимовом аппарате дает очень высокие результаты. На этом аппарате, который мы будем проводить вашу процедуру, процедуру лазерного омоложения или лазерогенезиса. Это хорошая стимуляция клеток на вырабатывание новых клеток, так называемого неоколлагена. Но помимо всего лазерного аппарата, в нашем кабинете еще есть другие аппараты, и в этом же кабинете врач ведет прием, который делает инъекционные методики, любые: контурная пластика, биоревитализация, все, что мезотерапия, все, что сегодня есть в арсенале у косметолога-дерматолога. Вы готовы? Конечно. Приступаем? Да. У результаті процедури шкіра підтягується, розглажуються зморшки, звужуються пори, колір обличчя вирівнюється. Безумовною перевагою можна вважати повну відсутність відновного періоду і обмежень за часом року. Це робить процедуру лазерного омолодження ефективною зброєю у боротьбі за молодість для сучасної жінки. Риси обличчя народжують красу, а гарна посмішка – чарівливість, без якої ніхто не може виглядати по-справжньому красивим. Тож наша героїня завітала до стоматологічної клініки «Овасак». Сегодня сделали профессиональную гигиену полости рта. Я сняла вам твердый зубной налет на камешке ультразвуком. Почистили пескоструем зубки, продули зубные карманчики, поснимали зубной налет. И заполировали все зубки пасточкой, чтобы не так образовывалось. Эту процедуру нужно проводить раз в полгода. Желательно раз в полгода. А вот это не только гигиена, это и профилактика, и лечение многих заболеваний пародонта, в частности пародонтоза. Желательно сейчас после чистки часик не кушать, да, вы можете пополоскать чем-нибудь, ромашка, шалфей, хлорофилип, кивалек с разными. Просто растворчик делайте себе и положите. В течение недельки желательно на вечер почистить пасточкой пародонта. Для багатьох жінок шопінг – це найулюбленіший вид спорту. Тут є все – і гонитва за ідеалом, і змагання у смаку зі всім світом, і, звичайно ж, таємне бажання бути ефектнішою за інших. Саме для цього я і чекаю на нашу героїню. Ірино, я вітаю вас з подоланням першої частини перевтілення. Ви дуже можна впорались. Які враження вже склалися? Це дуже положительно, все ярко, все таке нове, необычне. Цікаво, що буде далі. Дуже хочеться побачити образ, який придумали мені експерти. Ну, я готова далі йти, преодолівати труднощі. Але це тільки початок. А попереду в нас ще безліч справ. Тож далі на вас чекає ще мало приємних несподіванок. Перша з яких – зміна стилю. Ви готові до цього? Да, звісно. Я за цим і прийшла. Я знаю, що ви полюбляєте шопінг. Це насправді так? Ну, шопінг я не дуже люблю, але з помічниками, професіоналами, то я, звісно, готова. Я певна, що наш сьогоднішній шопінг стане для вас насправді продуктивним. Адже підбирати новий стиль одягу вам буде іміджмейкер та засновник школи персонального іміджу експерт зі стилю Олена Штегрина, з якою ви вже познайомились на експертній раді. Ходімо? Ходімо. Добрый день, Олена. Добрый. Вы уже знакомы? Здравствуйте, Ирина. Я рада вас видеть. Я уже подобрала вам наряды. Идемте пробовать.
Я хочу попробовать на героине новый образ. Хочу поменять ей цветовую гамму. Мы уже оценили, что по колориту внешности она холодный колорит, поэтому будем предлагать малиново-синюю кремовую гамму. Что я хочу получить в итоге? В итоге я хочу получить легкий, элегантный городской современный образ. Называется этот стиль «Озорной город». То есть фактически он похож на классический, но в исполнении он будет городской стилистики, то есть спортивный. Он будет удобный, комфортный, но яркий и незабываемый. У нашей героини очень хорошая фигура. Девушка стройная, красивая, поэтому очень важно будет подчеркнуть здесь достоинства. Достоинствами является у нас ярко выраженная талия, длинные ноги, поэтому я подобрала платье в стиле минимализм, которое призвано подчеркнуть стройные ноги. Хочу для нашей героини попробовать такое платье цвета ультрамарин, да, синий, королевский синий. Он сегодня является хитом сезона, но, опять же, сверху мы все-таки добавляем элегантности, добавляем пальто в классическом цвете. И посмотрим, как ультрамодный цвет будет сочетаться с классическим цветом и пальто, исполненное в стиле минимализм. Предлагаю померить все нами выбранные наряды. С удовольствием. Ирина, скажите, я так понимаю, что этот наряд вам больше всего понравился? Да, действительно, очень удачное сочетание, мои любимые цвета, помимо рыжего. И, в общем-то, я очень довольна вами. Мне теж дуже подобається, тобі дуже пасую. Мне нравится, что Ирина выбрала именно этот наряд, потому что синий цвет, он все-таки лидерский. И немножко его успокоила верблюжьим цветом, сохранив при этом свою любимую цветовую гамму и добавив яркости в виде синего. Я тоже согласна с этим выбором, поэтому мы его оставляем. Earth, water, and air, take me there so I could see the world bloom. Standing on a sea cliff, howling at the moon. Creating a world for the open-minded. A unique perception of truth inside it. I know we could find it. It's just a matter of... Как известно, обувь является финальным аккордом образа. Для Иры я подобрала два варианта обуви. Один достаточно спокойный и классический, потому что наряд яркий, и чтобы был акцент на наряд и не столь заметна обувь, но образ получился все-таки сдержанный и благородный, я подобрала классический вариант сапог. Сапог достаточно сдержанный, но он модный, потому что он идет на модной платформе. К сапогу я подобрала похожего цвета сумку, жемчужный серый, очень благородный цвет, но она красиво тем, что здесь идет натуральный питон. Я уже говорила, что у Иры очень красивые ноги. Я обязательно рекомендую яркую обувь для того, чтобы подчеркнуть стройность, красоту длинных ног. Поэтому я нашла очень интересный, богатого бордового цвета ботильон. И предлагаю вот такую вот сумку цвета пьяной вишни. Цвета пьяной вишни, а ручки идут цвета бордо, такого дорогого сдержанного вина. Образ очень современный, но в то же время сдержанный, будет вид, ваш образ будет очень дорогой. Half the fun is learning and I'm having a ball while the world keeps turning. My role is small, but I'll make it change. I hope you're feeling the same way. Добро.
подобрать платье для Ирины, которое красиво подчеркивает ее фигуру, подчеркнула ее талию. Подошло ей по образу, потому что девушка яркая, динамичная, жизнерадостная. Единственное, что я являюсь ярым противником черного цвета, но думаю, что при новой прическе, при вечернем макияже, это платье как раз заиграет еще более яркими красками. И опять же, нам удалось подчеркнуть красоту длинных ног. И много цветов говорит о том, что человек жизнерадостный, и образ получился достаточно веселый, но в то же время по исполнению классические издержки. Нашли для Ирины компромисс ее любимого оранжевого цвета с модным фуксиновым цветом. Это тренд сезона зимы, лето-зимы, когда два цвета, холодный и теплый, соединяются вместе. Поэтому образ становится еще ярче. Но в исполнении такого классического полуприлегающего платья, в принципе, образ становится яркий, но дорогой и благородный. На мой взгляд, это самый подходящий образ для Ирины, для того, чтобы полностью поменять себя. Потому что здесь она выглядит дорого, изысканно, благородно, спокойно. И если Ирина когда-то все-таки решит полностью поменяться, то я бы рекомендовала начать именно с этого платья. И, соответственно, если сделать классическую прическу в темных тонах, то образ будет очень дорогой, изысканный и благородный. Для того, чтобы образ не был столь консервативен, сюда бы я рекомендовала добавить яркие украшения, может быть, в виде броши. Конечно, более яркий маникюр. И, может быть, даже яркую обувь, которая бы сочеталась по цвету с поясом. И, как вариант, благородные меха, в этом сезоне очень модно, в виде горжетки или жилета, или болеро, сделали этот образ более гламурным. Вот какие я могу дать рекомендации, как носить это платье. Дякую, Малена, за перевтілення Ірини. Такі кардинальні зміни мені дуже подобаються. Що скажете? Мені теж дуже подобається. Большое вам спасибо. Я довольна. Результат клас. Що ж, новий гардероб вже сформований, і я передаю Олену у руки нашого наступного експерта Ларису Матюхіну та фахівців салону краси Фрізер. Ларисо, розкажіть нам про образ, який ви створили для нашої героїні.
Хотела сделать нашу героиню более дорогой и изысканной. Поэтому мы убрали кричащий цвет волос, сделали темный шоколадный цвет, сохранив при этом яркие пряди для объема. А что касается стрижки, я старалась подчеркнуть характер нашей героини в ее прическе. Вдалось обтелить то, чего задумала? Ну, я думаю, что да. Мне очень понравилась наша героиня. Но совершенно другая. Про обтелить вдалось, так? Да. Ірино, магазин італійської кави «Сейді Кофі» робить для вас подарунок. Це ніжний купаж гарної кави спеціально для жінок. Спасибо большое. Досконалість – це стан завершеності. Саме так зараз виглядає наша героїня. Ірина вже готова дивувати своїм новим образом увесь світ. Але першим її побачать чоловік та донечка, які вже чекають на неї тут, у кав'ярні «Шико». Добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. Скажіть, які перечуття щодо нового образу вашої дружини? Нет даже никаких предположений, ожидал. Я обещали, когда жена шла на эту передачу, что она изменится полностью. То есть я ожидаю чего-то совсем другого, не такого, как обычно. Надеюсь, что будет так. Ксюша, ты бажаешь побачити маму в новом образе, так? Ще декілька хвилин, и вона з'явиться тут зовсім інакше. Ви хвилюєтесь? Очень волнуюсь. Столько ждал целый день сегодня, волновался, как же будет, что получится. Але готові її побачити, так? Конечно, готов. Очень хочу быть. Жду с нетерпением. Тоже зустрічайте. Насправді важко уявити, що ви зараз відчуваєте, але все ж, Володимир, як вам дружина в новому образі? Дуже здорово. Дуже здорово. Я ніколи такого не бачив. Тобто ми вас все-таки здивували, так? Здивували. Ірина, а як для вас прийшов цей день? Я бачу, що вас емоції переповнюють, і я хочу це почути. На самом деле, я дуже довольна командою, вона безумно класна. Тобто всі ребята професіонали, кожну секунду, каждую долю счастья, души вложили в меня и помогли мне вытянуть все, что вот у меня есть внутреннее. Я очень хочу большое спасибо сказать Ларисочке, Викусе, Леночке, вам, Ире, которая постоянно была за кадром и которая не меньше всех нервничала. Оператор наш Александр, который подбадривал, который помогал во многом. В общем, ребят, вы как бы на самом деле самые лучшие. Действительно, проект очень классный. Все на самом деле натурально, классно. Эмоций очень-очень много. Вот даже мой муж, и тот как бы был восхищен мною, что очень большая редкость. Дочка тоже порадовалась. Правда, доченька? Да? Мама тебе понравилась? Да. То есть моя семья как бы довольна. В общем-то, ЧТД, что требовалось доказать. Я думаю, что телезрители тоже увидят меня, они ничего не плохого не скажут, только будут завидовать белой завистью и захотят к вам приходить на проект. Це дуже приємно. Я теж дуже рада зустрічі з вами, Ірина. Нам вдалося здивувати вашого чоловіка. А як щодо вас? Вас вдалося здивувати? Да, очень. То есть, если бы могли увидеть моими глазами внутри меня, то есть, когда я себя увидела в зеркале изначально,
что действительно вы бы увидели, что я искренне, ну, радуюсь своей прическе. Действительно классная прическа. Я очень рада тому, что вот, и тому образу. То есть я такая, какая я есть внутри, вот моя душа. То есть другой, не оранжевый этот цвет, который уже там многим приелся, но все равно вот состояние, характер, ну вот, это я та, которая есть. Я же могу быть в разных образах, правильно, сама собой. Но вот это тот образ, который нашли, подобрали и подчеркнули еще больше мою яркость, индивидуальность. Ну, я действительно безумно рада. То есть я просто счастлива. Ірина, я вважаю, що сьогоднішній день став для вас початком чогось нового у вашому житті, так? Якихось нових емоцій життєвих, якоїсь життєвої сили нової. Я дуже дякую вам за участь у нашому проєкті. Дякую большое. Ви класні. Красу не можна виміряти, нею можна лише милуватися та захоплюватись. Тож я бажаю вам, любі жінки, завжди бути неймовірно гарними і викликати захоплені погляди. А наші експерти завжди будуть раді вам у цьому допомогти. Якщо ви бажаєте стати учасницею нашого проєкту, заповніть анкету на сайті renomed.tv. З вами була Анна Середа та телепроєкт «Красотка». На все добре! Выполнение вашего каприза – наша работа. Служба заказа такси «Каприз». Широкий спектр услуг. Постоянным клиентам скидки. 355-888. 355-888.